как говорится, всем привет. Всем привет, ребят. Меня запускают в медийку, инвиторы. Welcome. У нас немножко пробитая лодка в плане фильмов, но мы будем их угадывать. Тут была вроде как одна не очень хорошая пара, но мы сейчас, возможно, докажем, кто не очень хорошая пара. Готовы? Так точно. Да. Первый фильм. Знаешь, это выглядит как Дэдпул. Да. Только вопрос части, наверное. А там есть части? Там две части, да. Так. Какая часть? Подожди, можно поближе? Мне это не помогло. Ну смотри, во второй части там было много второстепенных героев, здесь их не видно. Давай скажем, что, наверное, первая. Я за первую. Я пытаюсь вспомнить, вообще смотрел я его или нет. Потому что если я смотрел, этой сцены я не видел. Но вероятность того, что я его смотрел, очень маленькая. Ладно, это сцена из первой части, из рекламы. Первое очко. Хорошо. Второй фильм. Хорошо. Это так, легко. Так, это «Выживший». Так, точно. Смотри? Нет. Нет, я смотрел. И как? Очень неплохо. Что больше понравилось? Кадры? Нет, нет. Я не знаю, то есть, с одной стороны, он кажется очень таким проходным, потому что история, типа, очевидная, но затянутая, но она очень неплохо исполнена. Тим. Я не смотрел. А он, подожди, он за, не за нее же получил. За нее, да? Да. Надо, значит, посмотреть. Следующий. Так, тут вопрос части. Ну, это... «Один дома», да? Это «Один дома», это вопрос, где он. Смотри, там в одной из частей он был в отеле, насколько я вообще помню, в какой-то момент тусил. Просто там сзади выглядит как... Вместе с Трампом тусил, да? Да. Но не, мне... не, уже без Трампа. Уже без Трампа, так, молчу. С Байденом? Не, мне кажется, это самое первое, где он поет в душе. Он очень молод здесь. Мне кажется, это первое. Давай стреляем в первую часть. Да. Ну что? Первая часть. Правильно, первая часть. Хорошо. Идем дальше. Великий Гэтсби. Великий Гэтсби. Да. Ничего себе, будете смотреть? Я читал. Я смотрел. А, не смотрел. Книжка интереснее. Нет, книга... Хочу сказать то, что фильм сделан очень неплохо, потому что он не сильно отличается от книги, а книга посредственная. Но в целом очень-очень близко к книге. Типа, good. Следующий фильм. Классик. «Карты, деньги, два ствола». Два ствола вижу, типа соглашаюсь, не смотрел. Да, «Карты, деньги, два ствола». Классик. Все прям очень любят, я так отношусь. Как к тебе относишься к фильму? Гай Ричи, ну, «Джентльмены» мне понравились, а вот все его начальные работы, «Джентльмены» же Гай Ричи снял, да? Конечно. Все, да. А вот все начальные, не знаю, как-то я к очень популярным таким фильмам не очень... Его еще «Рокеры» очень хороший фильм. Вот его я не смотрел. Готовы? Так. Угу. Брэд Питт. Так. Сидит. Сидит. Картинку раскрыли. Алексей. Вопрос. Так, подожди. «Бойцовский клуб» уже был. Нет, это не он, это «Бойцовский клуб». Я этот фильм точно не смотрел. Надо попробовать вспомнить, ну, угадать. Это фильм, я думаю, точно 90-х, потому что он здесь достаточно молодой, или начало нулевых. Это была версия «Бой без правил». Но если там снимался Брэд Питт, то ты знаешь? Нет. Нет. Точно, мимо. Великая фраза, выходите по очень тонкому льду. Выходите по очень тонкому льду. Самая великая фраза. Да, я понимаю, я не буду говорить ее сам. Сам, это твоя медийка или Толина? Что ты лезешь? Там не в этом дело, но ладно. Видимо, там название фильма фигурирует. Нет, я точно не смотрел и даже близко мимо. Вы точно смотрели, это большой куш. Я не смотрел. А вот если бы вы слышали то, что как я обсуждал... Возможно, возможно. Владик, не смотрел больше «Куш»? Нет. Ничего себе. Так. Конечно, смотрели. А, это на гачи похоже. А вот, кстати, вот, это очень ловушка такая, потому что картинка известна, а они все этот фильм смотрели. Но фильм-то потрясающий. Ну да. Не успокоился, как не понимаю. Ну, у меня, типа, я не знаю, я точно этот фильм не смотрел. Я точно его не смотрел. Но это прям вот что-то из, наверное, 80-х. Ну, знаешь, ощущение, что типа ближе... Ну, это...
Точно не криминальное чтиво. Мне кажется, это очень популярно из где-то 80-х. Из 80-х. Не играешь в него, потому что там много крестов было. Кажется, вода начинает подтекать. Хотя, подожди, нет. Значит, не из 80-х, если это Кристиан Бейл. Он слишком был бы, значит, позже нам. Ну что, есть пианты? У меня вообще... Ну, блин, он здесь накачанный. Он здесь не дрыщ. А дрыщом он был в каких-то там... Машинисте. Машинисте. Короче, да. чуть-чуть тонем, но нормально. Хорошо. Американский психопат? Нет. Следующий. У него шикарный перевод. Э? Ага, да. Ну как же, три главных качка. Ты не знаешь, что ты скажешь? Либо подсказки Коля, да, это они. Три главных качка, я не знаю, это Арчи и еще кто-нибудь. Начали хорошо, но что-то тормозим. Ну, давай, может, попробуем прочитать, что там написано. Там реклама фитнеса, какие-то правила фитнес-клуба. Трое в фитнесе. Я не знаю. Типа, у меня нет идей. Трое в качалке. Трое в качалке, трое в фитнесе. Не считая Толи. Кровью и потом анаболики. Следующий. А, кстати, мы вместе на в Китае даже снимался. Или китайская аудитория. Ну как вместе? Так, а кто это вообще? Это Скала Джонсон, да. Блин, какие вообще фильмы с ним рекламируют постоянно? Форсаж. Но на Форсаж это не похоже. Там какая... Что там вот несколько лет назад форсилось постоянно в плане рекламы? Там ярость какие-то... А, слушай, был какой-то фильм, где он типа какого-то то ли полуробота, то ли что-то такое... Всякие ярости, Джуманджи новая версия, может быть, вот это? Я типа... Меня... А, ну блин, это город, тут вряд ли это Джуманджи. Да, в Джуманджи он играл, по-моему. На картинке название фильма. Это название города, наверное, будет, нет? А, не-не-не, подожди, там, короче, была какая-то фигня, то ли скалолаз, то ли что-то... Скалолаз, да. Хороший фильм с Сильвестром Сталлоне. Не, подожди, давай смотрим. Есть город, он тянет. Пора давать ответ. Ну, если что, вырежем паузу. Тяни или упадешь. Ну что? Небоскреб. Правильно. Да, все, вспомнил. Бог. Это... Один из оскароносных фильмов. О, господи, американская... Близко. Американская... Там еще этот снимался из карточного домика, которого... Кевин Спейси, да. Подожди, ну, по слову американская, там есть вот всякие типа сериалы формат американской истории ужасов. Да, не получил Оскар. Я смотрел этот фильм, типа, там вот она школьница, он то ли учитель, то ли что-то там сосед, и... Американское на втором месте слово стоит, но немножко другое. Любовь по-американски. Со вторым словом ты угадал. Что-то по-американски. Может быть, угадаешь? Я не смотрел. Угадаешь. Вот, давай. Блин, ты даже не слышал, да? Нет, даже не близко, вот помимо. Давай, что-то по-американски. Все, что с Америкой, я тебе выдал. Давай, 5 секунд тянь. Я не знаю, вот я помню, что что-то любовь по-американски, секс по-американски, что-то вот такое. Красота. Красота по-американски, да, точно. Предпоследний фильм. Должно быть несложно. Леон. Лодик. Спасибо, Леон. Правильно. И последний фильм, самый простой, наверное. Матрица. Какая? Так, подожди, он уже тут вошел во вкус. Смотри, он не в шоке от того, что происходит, он вошел во вкус. Это один из тех моментов, где он убегает от братьев или там сестр-близнецов таких беленьких, насколько я помню. А, типа они за ним там бегут. Убегает Морфи. От программы. Морфи. Это типа была подсказка, потому что Морфеус, видимо, в одном из фильмов должен был куда-то деться. Не, подожди, я думаю, я стреляю во вторую. Я стреляю во вторую, потому что в первой он типа в шоке, не особо понимает, там какую таблетку, там та-та-та-та-та-та. Первая такая адаптационная. Куда едем, а здесь он же прочухал то, что все комфортно. Это точно не третья, потому что в третьей они, по-моему, уже были непосредственно там где-то на кораблях, что-то и так далее.
Стреляем. Вот это неудачно вышло. Так, я беру подсказку зал. Секундочку. Алло. Спасибо. Подсказка. А, у меня же подсказка, кстати, была. Ну давай, используем подсказку. Мы используем подсказку. Но какая это матрица? Скажем так, вас может обмануть картинка. Вообще сильно запутать. Уравнение сочетать. В смысле, это подсказка? Ты от того кое-что от чего отталкивался, эта картинка тебя вообще сильно запутала. Вернее, логика от чего-то отталкивалась. Окей, значит, это первая часть. Ну, а ты отталкивался от того, я что он, типа, то, еще... что он, да. Да, если это обманывает, значит, это первая часть. Нет, это вторая часть. А, прости, Толя, да. Есть информация, типа, по... Типа, я сейчас вот просто наотрез откажусь дальше участвовать в какой-либо медийке навсегда. Я просто думал, что другая картинка. Первая часть, когда что-то делает, этим шокируют агентов. Это происходит в доме. Уже на меня брошен. А это как вторая часть, где они делают... И дал пуль, ну, я эпизод тебе даже назвал. Все, я тебе все, отлично. Все, Point наш. Типа, я сейчас... Все, так, все. Толя, всем пока. Никогда не бейте подсказки у Толи. Это правда. Толи на подсказке, это просто... Нет, новенький. Так, ладно, ну... Всем спасибо, ребят. Большое спасибо.